Проект АПТИ, организованный Барреттом Лайоном в 2003 году, наглядно демонстрирует, что на нашей планете ежедневно и непрерывно трудятся миллионы маршрутизаторов, которые выбирают самые быстрые, самые эффективные, самые короткие пути, обеспечивая картинки перед нашим взором качество HD. В реальном же мире, мире дорог, которые мы выбираем самостоятельно, есть дорога к тому самому морю, которая только и гарантирует нам реальное трехмерное ощущение пространства. Да такое, от чего захватывает дух, останавливается движение и исчезает все лишнее. Из Владивостока до того самого моря в поселке Безверхово можно добраться на рейсовом японском автомобиле, мечте всякого рыбака Хасанского района Приморского края, через камыши по обыкновенной разбитой российской дороге, пролегающей через заброшенные рисовые чеки, причем в любую погоду и даже в шторм. А проливные дожди распутятся японской машине не помеха. Поверьте, то самое море стоит того, ибо там всегда можно встретить что-нибудь будоражащее.